Пока народные избранники обогащаются, Украина теряет на Прикарпатье. Полным ходом идет вырубка лесов. Их уничтожают теперь даже в природоохранных зонах. Так, в горном поселке Делятин возле всего за один день исчезли десятки деревьев, которые укрепляли берега реки. Как это произошло и кто виноват, пытались выяснить мои коллеги. Таких огромных пней различных пород деревьев, яблони, ясеня, бука и даже черешни местные активисты насчитали не менее 80. Все эти деревья росли на берегу реки, на окраине поселка Делятин. Люди подняли шум, но выяснилось, что это расчищает место под спортивную площадку, а строить ее здесь планирует поселковый совет. Мы видим, я бы назвал это пнем, это какой-то такой, как мы сказали, гвіздець. Дерево срезано в достаточно дикий способ. Вероятнее всего, это была тополя, яка була посаджена у свій час з метою берегозахисної роботи. Гори свіжих дров можна увидіти за забором гостиничного комплексу, розположеного рядом. Іменно його владелець і організував вирубку, утверждають активісти. Замість того, щоб вони пішли в цю площадку, вони пішли порубали дерева здорові, різних порід. И используют себе для опалення. Вот там уже и порубані, порезані, складені. То, что вырубка незаконная и проходила, скорее всего, по указанию поселкового головы, подтверждают и в экологической инспекции. Они выезжали на место по требованию селян. Материалов вообще никаких не было. Просто зайшли собі, голова селищної ради с підприємцем порішали, договорились, гроші получив дехто на карман и рубай на здоровье. И рубали от, берегоукріплюча зона, природоохоронна зона біля річки, а де дійсно має бути майданчик, от, дерева не вирубані. Но срубленные деревья росли вдали от места строительства. Сам же голова Петр Якимец утверждает, к вырубке никакого отношения не имеет. Хотя криминала в том, что деревья уничтожили, тоже не видит. Розрахована сума збитки становить 160 938 гривень. Провели свої внутрішні службове розслідування, питали людей, що сталося. Ну, кажуть, що за командою селищного голови, в зв'язку з тим, що ведеться якесь будівництво. Срезанные деревья уже не вернешь, говорят местные жители. Теперь их больше беспокоит судьба будущей спортивной площадки. Люди подозревают, что в поселковом совете совсем не случайно место под его строительство выбрали около гостиничного комплекса, а не в центре Делятина. Эти дерева уже переросли свой век, давно думаю. И когда больше, чем 30 лет, эти дерева никто не чистил, и никому не треба было этих дерев, потому что никто не хотел на это затрати козрізки данных дерев. Так? А вы зараз шукаєте. На кого би то повішати, екологічна інспекція шукає, на кого би то повішати, чи на мене повішати, чи на будь-кого. Знайти крайнього саме легше. Майданчик тут не буде для селища, так як вони сказали, а з часом перейде у приватну власність. Он підприємці, як перейшли і спортзал, і будинок культури, і басейн, який вони робили, казали, що для селища, а зробили, і дітей туди не пускають зі шкіл. Запланированная стоимость этой площадки около 1 000 000 гривен. Поселковый голова и дальше все обвинения селян называют выдумками. Но объяснить, почему же спортплощадка будет возле гостиницы, он так и не смог. Елена Кагал, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область.